Всем доброго здравия, друзья! Много еще обращений. Показать, какие упражнения делать для укрепления удара. Но сразу хочу сказать, что основа сильного удара – это правильная техника постановки удара. Это вот начальная школа бокса, наработка вот именно вот этой техники. Конечно, в дальнейшем уже развитие, да, ваших мышц, сухожилий, там, связочек. Одно из таких упражнений, которое я часто очень делаю, это резина. Я уже показывал это упражнение, но, видимо, многие не хотят возвращаться, там, искать где-то. Я вот еще раз вам покажу. Одно из таких упражнений, моих любимых, я очень часто его делаю, это вот на каждую руку там, по 30-40 раз мы делаем в эту сторону. Вот такое упражнение. Сюда растягиваем. Потом поменялись, 40 раз в эту сторону тянем. Потом поменялись, вот эту руку взяли, вот на эту мышцу пошла работа. Прям чувствуете, чтобы она прорабатывалась. Также поменяли, забиваем вот эту мышцу. Очень хорошее упражнение. И имитацию удара делаем. Раз, чуть-чуть можете тазом поворачивать. И вот передний пучок тоже встали в стоечку, например, и пошли рукой отсюда, тоже забиваем. По 30-40 раз. Хорошо укрепляет отсюда. Вот где-то по 4 подхода на каждую руку. Очень хорошее упражнение, мне помогает. Большие мышцы, они вот не помогут вам сильно бить. Ну, это если... как бы неприродные, не ваши родные мышцы. Накачанные мышцы, они не дадут вам сильный резкий удар. Они будут вам только мешать при ударе. А вот такое вот мышцы сухожилия укрепить именно вот резиночкой, они способствуют укреплению силы удара. Ну, основа – это правильная техника постановки. Благодарю.